Здравствуйте, меня зовут Светлана. Я с Господом давно уже, около 30 лет. И Господь помогает мне всегда, всю жизнь. Он меня спасает и оберегает. Он исцелил меня. Я была еще в школе совершенно болезненным ребенком. Все внутренние органы мои были хронические, были заболевания. Была освобождена от физкультуры, потому что была угроза ревматизма сердца. В общем-то, много было проблем. Сейчас я не скрываю, мне в этом году будет 60 лет. Я проходила диспансеризацию дважды. У меня совершенно хорошее здоровье. Ну, только возрастное, конечно, я уже не девочка, как бы, но я совершенно здорова, все внутренние органы. Господь мне как создал все новое, творит. Я теперь исцелена. И вот однажды у меня было, что катаракта, глаз была, заболели глазки, я проверила, была катаракта. Через некоторое время я проверилась, по молитвам Господь исцелил. Катаракты нет, у меня есть медицинское заключение, это не просто мои слова. Потом я вывернула как-то плечо, просто тяжелую поднимала рюкзачок через голову и вывернула. Мне сказали врачи, что нужно будет укол в сустав делать, что, в общем-то, серьезный очень диагноз, очень такое для уха тяжелое, но для нашего сердца, потому что там Господь живет, мы знаем, что все Он видит, все знает. И ничего не страшно. И Господь исцелил по молитве, потому что я все ходила, просила всех мне помолитесь за меня. И как-то боль проходила, потом снова возвращалась. А потом мне однажды Господь сказал, я прямо услышала в сердце, что вот Он мне сказал, сама возлагай руки, сама молись. Мне даже удивительно было, я на себя вообще как-то не сильно рассчитывала, все на кого-то. И я помолилась, у меня боль сразу же прошла. И вот сейчас, через некоторое время, вы знаете, я вот не могла кружку достать с сушилки, там вообще даже поднять руку, застегнуть ничего не могла, завязать фартук тоже ничего, вообще руки. Все к мужу обращалась как-то, всякая такая была проблема. А ведь ну как женщине? Вот. А сейчас, пожалуйста, руки вообще во все стороны. А ведь я спать не могла, болела, не знала, что делать. Она ныла, как лечь, чтобы не было боли. А там действительно был диагноз. Но для Бога нет диагнозов. Бог все с болезни забрал. И все немощи мои забрал. И я теперь сильная, здоровая во Христе Иисусе. Спасибо, слава Господу.